Всем привет, это Кейт Кейт Флип. Сегодня мы пойдем в магазин Траектория выбирать другу доску. А также этим видео вы можете воспользоваться, если вы хотите подарить доску ребенку, но хотите сделать это в секрете. Знаем, как подобрать правильный скейтборд для человека, который отсутствует рядом с вами. Для начала вам понадобится знать два размера. Размер ноги, то есть размер стопы, и длину ноги также. То есть вы можете или по штанине померить, чтобы сделать это в секрете, втихаря. Вот чтобы досочка вот так подлезала. Ботинок. Или, да, или если вы с собой не взяли ботинок ребенка или друга, но у друга это странно будет, можно узнать размер ноги, взять кроссовочек в магазине и спокойненько прикладывать к доскам. Что там у Юры 44,5? 44,5 US. Давай искать, давай вначале в Nike посмотрим. Может, тут сразу на витрине что найдется. 42, 44, я уже ближе. Вот те здоровенные, мне кажется, красные или зеленые. Дайте табуретку, пожалуйста. Да, Кать, дай возьми. Так, тут у нас... Что? 44? Правда? Да. О, ничего себе, прям почти нормально. Искали мы... 44,5, в итоге попросили мальчика принести нам кет, и теперь мы идем наверх выбирать доску. Юра высокий парень, в общем, мы будем от самого длинного стандарта от 32 или 32,5 дюйма по длине смотреть, а по ширине сейчас будем прикладывать башмак и подберем лучший вариант. Итак, Как должна выглядеть доска по ноге? То есть вот чуть-чуть выпирает пяточка, чуть-чуть выпирает мысок. Сейчас я какую-нибудь супер узкую найду на контрасте посмотреть. Ну, в стиле вот чтобы вот так доска выпирала. Вот это уже не круто. Это будет не очень удобно. Но и также нога не должна в доске утопать. То есть, если я свою ногу положу на какую-нибудь вот такую, вот, это тоже не совсем правильный вариант. Так что выбираем золотую середину. Это у нас что? 8,25 на 31 и 85. Но 31 и 85 я бы поискала бы 32. Ну, давай приложим 8,25 по ширине, что у нас. В принципе, неплохо, но можно и пошире поискать. Она прям вообще огромная. Ну, по длине такая. Да, но она прям широченная. Да, башмак проложим. Такая ему будет лучше вариант. Серьезно? Угу. Особенно для начинающего, как бы, ну и шире стойка. То есть, если доска длиннее, человек высокий, тоже для устойчивости будет гораздо удобнее. Еще одна, что хочется обратить внимание, например, при выборе доски, обязательно проверить ее на винт. То есть вам надо соединить вот этот изгиб доски с этим изгибом, то есть раз плоскость, два плоскость, постараться соединить. Вот здесь очень круто видно, какой винт у доски. О, да. Вот. По размеру мы приблизительно понимаем, что ну, вот здесь у нас идеал, конечно же, когда они совпадают ровненько. Так, окей, ищем. Можно вот эту доску взять просто и взять ее за пример в поисках. Причем мы подобрали отличные комплекты для человека, который будет впервые вставать на доску. Комплект у нас нашелся Union, размер 8,5 на 32,5.
человечку с ростом 1,83 м. Идем на трассу. Давай, спасибо. Спасибо. А чек возьмешь? Пожалуйста. С чеком. Заходите в траекторию, говорите промокод ККФЛИП и получаете скидочку на 10%. А скоро вы увидите с Юрой how to Оль.